Всем привет, друзья, с вами Бомж. Как вы видели в начале, эти катки просто сумасшедшие. Они просто так агрятся. И самое прикольное, что я сам тоже не могу остановиться. Я не могу остановиться после того, как какая-нибудь гадина Роза подошла, отжала два моих бокса, потом спокойно уходит. Я не могу остановиться и остаться, оставить это безнаказанным. Я либо сдохну, либо за ней до конца пойду и ее убью. В общем, как-то так, потому что многие из них, они очень хитрые, они мало того, что все ваши боксы отожмут, так они еще и за вами будут охотиться, будут поджимать, где-то пытаться, а когда вы их сильно покоцаете, когда вы не дадите себя бить, они сразу дадут по тапкам, как это делает сейчас Дэрил. Но у него тут небольшой сюрпризик. С другой стороны пришла Роза и наваляла ему. Это тебе за мой бокс, который ты спокойненько отжал, когда ты хотел меня поджать. Теперь давайте пойдем за этой Розой. Роза пока. Тут еще и Фрэнк есть. Ай, достанет. Не достал. Ну ладно, лови торпедку. И теперь вот смотрите, что делает. Просто неадекватно. Ой, что это? Что это? Блин, просто жесть. Смотрите, что делают со всех сторон. Они вообще с тиком не считаются. Но я сейчас заставлю их уважать. Потому что хочешь ты не хочешь, сейчас ты будешь получать люлей. Давайте. Сейчас немного соберемся, расслабим плечи и погнали. Сейчас бомж будет наказывать. Я не знаю, возможно, не все катки я смогу наказать, но некоторые из них сейчас они будут плакать, когда я их подожму к углу, когда с другой стороны будет дым, а со всех сторон будут мины. Так что давайте посмотрим. Вот розы это такие гадины, они вообще думают, что тик это бесполезное существо, но сейчас эта роза немного передумала, но она в любом случае может быть и не отступит до конца, так что нужно предельно внимательно держать дистанцию, потому что у нее скорость немного больше. То есть смотрите, в чем прикол, она встает с края куста и пытается меня на этом подловить, 100 пудов здесь стоит. Либо немного передумала, отошла. В любом случае, абсолютно все кусты надо чекнуть и потом уже идти за ней. Давайте все чекнем, чтобы знать, потому что, может быть, она где-то уворачивалась. Ну, здесь ее нету. Здесь. Здесь. И здесь. Давайте все проверим, чтобы знать, а вот кто-то сидит. Ой, воробушек. Ну, пока воробушек. Ну, и вот только я разобрался с воробушком, поджимают теперь меня. Блин, это жестко. Ну как она так достает? Это просто какая-то дичь. Почему она так далеко бьет? Что за фигня? Я вот эту баганую атаку никогда не понимал. Ладно, давайте 51. Два раза ушел в минус 2. Получается минус 4 кубка. Здесь тоже очень опасные кусты. Очень часто поджимают. Прикол в том, что я не могу остановиться. Я понимаю, что я могу где-то засесть. Просто в кустах могу засесть и все. Отсидеться там, третьим, четвертым стать, никого к себе не подпускать, турельку не выпускать, торпедку. Но я не могу так играть, не знаю почему. Я, конечно, понимаю, что это мне порой во вред, но в любом случае стараемся. Давайте, ладно, начнем с этого пока. Потому что мы не будем здесь сидеть, отсиживаться. Вот он резко подрывается. Сейчас получит пару мин по башке и даст по тапкам. Ну вот, что он, конечно, и делает, но уже не тут-то было. Они просто бегают, сломя голову. Если у тебя 5к хп, то нападай на всех, без разницы, кто это. Если у тебя 1000, сразу по тапкам и без разницы, убежишь ты уже или нет. Но самое главное попытаться это сделать. Пайпер. Пайпер мне тоже, как вы видели в начале, Пайпер тоже. Ой, 11 банок, что? Кто тебе так нафидел, я не понимаю. Давай ты ко мне не будешь идти, потому что я тебя буду отталкивать отсюда. Окей, а надо тогда... Ну вот куда ты идешь? Или ты думаешь, что ты бессмертный? Если у тебя 11 банок, ты думаешь, что ты бессмертный, да? Ну ладно, давай тогда. Давай мы с тобой поговорим сейчас насчет твоего бессмертия. Сейчас немного тут разберемся. Стоит на кого-нибудь другого переключиться, другой сразу бежит за тобой. Это крайне бесит. Это было на 300 и выше. С тиком они вообще не считаются, реально. Я не понимаю, почему так все именно происходит. Но давайте сначала выкинем Пайпер отсюда. Так. Одна тыка осталась. Ну вот все. Пайпер поджат. Если она только улетит. Ну а куда ей лететь? А, никуда ей не полететь. И теперь 1 на 1. Как вы думаете, ребята, затащу эту катку или нет? Давайте проверим.
Но если ребята хотя бы сильно наполовину его покоцать, то дальше, может быть, будет лучше. Так. Биби уже паникует. Пошла жвачка, торпедка. Минка. Одна тыка. Хорош, это просто эпик фейл, ребята. Биби просто облажалась. Я думаю, что такой моментик заслуживает лайка, так что обязательно закиньте. Все-таки путь очень тяжелый. Я думаю, что у многих из вас, ребята, проблемы с тиком. И сейчас мы попытаемся их порешать. Помогу вам, но самое главное, о чем ролик, ребята? Ой-ой-ой, что-то подлагнул. О чем ролик? Название-то другое было, немного другое, да, экстренные события. Ну, в общем, как вы знаете, выходит новый персонаж. По поводу всех этих тем я вам не буду ничего рассказывать. Я думаю, вы, если следите за... Вот смотрите, что он делает. У него просто 10 IQ. Я не знаю, вот так... Ну, еще один. Они думают, что я просто буду тапать, что ли? Но нифига, когда вы будете на меня лезть, просто... Ой-ой-ой, я на быка отвлекся. Так, бык, иди нафиг. Фу, вот так вот и живем, ребята. Но в любом случае, я за тобой приду. Окей, ты пытался меня добить. Теперь моя цель это не победить. Моя цель это отомстить сейчас быку, а потом найти Динамайка. В общем, давайте займемся этим. Ну, по поводу новые, ребята, карточки нового персонажа. Блин, сейчас немного не могу вам точно все это говорить, потому что я немного отвлекаюсь прям. Хочется очень отомстить. Лови. Блин, да как ты не зацепил? Ну ладно, мы его сейчас Барли добьем. Я не знаю, Барли это тот, который на меня агрессивный или нет, потому что я видел, что один Барли погиб. Так что давайте узнаем сейчас. Если это агро, то будем его фигачить. Воу-воу-воу. Лови. И сюда. Блин, до 17 хп. Просто... А как ульта достала? Я так далеко бежал. Крутись. У тебя 5 банок. Фиг знает, какая прокачка. Плюс ты еще и Барли. Ну ладно, 460. В общем, по поводу нового персонажа. Я думаю, вы его все видели. И самый прикол в том, что он за 6к. Блин, они мне не дают накопить. Вот здесь стоял мегабокс. Я его открыл. Теперь мне надо это открывать. И это экстренно открывать. Потому что если я не открою за 5к, то я не смогу открыть этот. А если я не открою его, то мне просто дадут нового персонажа и все. В любом случае, давайте, ребята, добьем 39 боксов, и я открою эти мега. Может быть, что-нибудь там найдем. Но я уже давно ничего не находил. Хоть меня и порадовали разрабы, они мне дали легу. Они дали мне мифика. Спасибо им, конечно, за это. Но дальше все, уже тишина. Так, смотрите, выжидает. Так, это опасно. У него, конечно, IQ не так много, но он очень больно бьет. Он меня сейчас убьет просто с двух тык. Это что за фигня? С двух тык. Это просто жесть. У меня сейчас подгорать начнет, реально. Это очень бесит. Потому что мало того, что по нему очень тяжело попасть, так еще и с двух тык умирать. Это просто сумасшествие. Я даже не смог накопить на свою торпедку, чтобы его немного отогнать. Ну ладно, не суть, давайте сейчас. Сейчас будем дальше рашить. Как я и обещал, я буду играть агрессивно, потому что по-другому, точнее не обещал, а как я рассказывал, по-другому я не могу играть. Я не могу играть по-другому, потому что они меня все бесят. Суть в том, что они отжимают мои банки, прикрываясь тем, что я супер слабенький, не могу их оттолкнуть. Если бы я был на шеле, то я бы их разносил всех за банки и никому бы не дал их забрать. Но здесь не так работает это. И мы здесь можем просто мстить. Как вы видели, быку мы отомстили. Конечно, от Барли я обидно умер. Там 17 хп, мог хотя бы его с собой забрать. Но опять же, прокачка решает. Был бы я там на левел выше, то он бы сдох еще раньше, может быть. Так, Нита один раз меня с кустов так закрысила. Просто жесть. Так что никаких тим, ребята. Когда вы в западне, это моя территория. Когда вы поджимаете, конечно, у меня могут быть проблемы. Так, рикошетик. Давай вали отсюда, чтобы не мешаться. А мы пока с Нитой поговорим. Ну что, Нита, будем с тобой разговаривать. Коли ты уже под дымом, сейчас будет тебе весело. Так, одна тыка. Лови эту тыку. Теперь, Пенни, иди нафиг отсюда. Забираем эту баночку. Так, пушечку поставил. Фига ты деловая. Ну пусть пока эта пушка накидывает по ПМ. А я тут его немного подгоняю. Самое главное, чтобы поджимал я, а не поджимали меня. Это самое главное. Оу, 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 оу.
Так, 7. 7 бравлеров осталось. Тут роза какая-то неадекватная. Давайте сломаем пушку. Пушку ломать лучше тапом, потому что тапом попадают все минки. И теперь погнали его поджимать. Точнее, не его, а ее. Помните, Карл как на меня залетал? Ну, сейчас я не знаю, это тот Карл или нет. Хотя, навряд ли это тот Карл, но я за его брата отомщу. Который меня просто как агробил. И лови торпеду. Спайк, сразу падальщик, бежит забирать все, что есть. Так, это мое, это твое. Ну, лови, тебе тогда еще подарок. Дополнительно вы получаете две баночки на халяву, а еще вам... Ой-ой-ой, сейчас... Сейчас от дыма же сдохну. Хорош, Джин, затащил. Ну, давай теперь один на один с тобой поговорим. Так. Так, поджимаем, у меня скоро торпеда будет. Мне чуть-чуть надо его покоцать, и все, будет четко. Вот она, торпеда полетела, и минус. Очень потная катка была, я хотел там договорить, но не успел. Сами видите, как все быстро тут проходит. В общем, опять вернулись к тем же кубасикам. Погнали, аккуратно будем играть, но будем давить. Будем давить всех, и, возможно, нужно немного обрезать свой раж за банки, но поджимать постоянно. Когда особенно появится уже дым, там тогда можно очень жестко поджать. Вот что она здесь ждет? Она думает, что я туда в куст пойду, не проверяя. У нее вообще... Ой, там Фрэнк. Фрэнк опасно сейчас будет кастовать. Уже готовит. 10 IQ. Готовит с 5 метров. Просто угораю. Ну давай. Блин, конечно, его ульта — это опасная тема, потому что он может ее через стеночку дать, и все. Тогда будет ГГ. Но... Тут еще и Шелли где-то была. Надо столкнуть их вместе. Пусть между собой разбираются. Ой, Кольтяра. Кольтяра Микантара. Окей, 8 бравлеров. Давайте. Мне не нравится особо сверху быть. Надо двигаться по нижней стороне. Так, Кольт. Ну, блин, он может закрысить. Ну, ладно, у меня торпедка есть. Погнали вместе. Погнали. Я впервые встречаю того, кто Тику предложил дружить. Я вам отвечаю, ребята. Вот все эти кубки, которые я апал, это первый тиммейт, который предложил мне помочь. Ну, красава, забирай все. Забирай все, чувак. А я тебе сейчас помогу. Так, так, Шелли, лови торпедку. Убегай, убегай, убегай. Блин, 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 чувак, чувак, чувак. Ну, блин, ну почему ты? Почему он сагрился? Я же не на тебя ее кидал. Я тебя вообще не трогал. Это очень обидно. Потому что я не хотел его закрысить. Он нормальный был. И я кидал под Шелли. Но почему-то он сблизился к этой теме. Очень сожалею, потому что прям на душе осадок такой. Я не конченая крыса, как есть такие некоторые. А самое смешное, когда их по факту такими называешь, они еще обижаются. Когда они тебя крысят, они крысы. Но когда ты говоришь, что они крысы, оказывается, это нечестно так оскорблять. И поэтому вот сейчас у меня реально осадок, потому что я не хотел его убивать. Я эту торпедку закидывал под низ, чтобы специально побежала она на Шелли. Но Кольт со мной сблизился и запаниковал. Он запаниковал, по-моему, потому что Шелли его рашила. Ну, в общем, очень обидный момент. И сейчас реально не оправдываюсь. Я, по сути, лучше бы умер, чем я кого-то закрысил. Но как-то так. Давайте спровоцируем его. Все, нормально. Теперь осталось у нас 22 кубка, если я не ошибаюсь. И будем приступать к этому открытию. Ух, у меня еще тут 7. 7 маленьких, 1 биг. Так что 2 мега, это будет топ открытие. Но за 7, за 8к я открывать не буду. Если, конечно, разрабы на следующую обнову опять не сделают кого-нибудь за 8к. Тогда мне придется все открывать. Это просто жесть. Это какое-то сумасшествие. Окей, погнали. Очень сожалею, жалко этого кольта, давайте потом даже глянем, как его ник. Жалко, конечно, что все так вышло. Нита, блин, Нита крысит, я не буду стимиться с Нитами, потому что они очень часто крысят. Они прячутся за кустом, вот так вот ловят, байтит, так сказать, потому что моя атака, она не особо быстро появляется. Ой, сейчас меня... Ух, блин, куда идти? Пошел нафиг. Куда идти, я не знаю. Давайте, может, пока розу погоняем, чтобы нам сблизиться с ней и отойти от всех. Потому что, если с двух сторон поджимают, то тик на две стороны никак не разорвется. То есть, ну, Шелли тоже намного тяжелее с двух сторон поджать. Хотя это можно сделать на дальниках и так далее. Но Шелли, как минимум, одного с собой может очень жестко забрать. А вот здесь... Тику будет крайне тяжело, может просто покоцать, и не всегда даже торпедка поможет. Так, где эта роза?
Где-то сидит, вот она. Ой, Пенни, 8 банок, это жестко. Ну, давайте путь обрезаем, все, минус. Блин, там Пенни, 8 банок, давайте лучше. Бык, 3 банки. Ну, у нее еще ульта есть, надо держаться на дистанции от его ульты, а то мало ли под меня залетит. Так, тут Пенни сидит, да? Да, она тут сидит. Давайте ее прогоним, чтобы она пошла в обход. Так, где она? Все, она ушла, отлично. Ой, бык туда под Пенни залетел. Давайте вот так вот сделаем. Немного нафармим ульту и все. Будем ее не подпускать. Пусть она там всех лупит, а мы ее будем держать на расстоянии. Я, конечно, сейчас могу ее разозлить, но пусть злится. Это даже пригодится мне, потому что когда человек злится, он иногда допускает ошибки. Он отвлекается, охотится за кем-то и потом... Так, давай, давай ты ко мне не будешь идти. Давай, может быть, затимимся. А, не хочет. Ну окей. Тут Мортис. Попробуй только, попробуй. Давайте вот так сделаем. Ой-ой-ой-ой-ой! Давай, хорош, просто жесть. С одной баночкой вынес. И тут еще замес пошел. Как же это отлично. Так, давайте лучше вот так сделаем. Ой-ой-ой. Это просто жесть. Я все-таки наказал эту Пенни. 12 банок. Ее Шелли очень жестко покоцала, но Шелли тоже не дурочка. Она отошла в подходящий момент, но как же вынес Мортиса. Просто унизил. Просто бежит на меня. Я заранее отрезал ему путь, заранее закинул турельку. Камикадзе. Он реально играет как камикадзе, блин. И давайте глянем кольта. Где же этот кольт? Это, по-моему, вот этот кольт. A few problems. Ну, блин, конечно, соперники не самые топовые, но иногда это даже намного, намного сложнее. Вот именно с Тиком, ребята, я вам отвечаю, это намного сложнее, потому что они агрятся просто как сумасшедшие, а мне тяжело от них отбиваться. Если бы была бы Шелли, я просто фармил бы на них банки ульту и просто выносил бы, потому что она может вынести. А вот Тику реально очень тяжело. Сами видите, пока начнешь атаку, пока эти минки появятся, им только поджимать под дым и не давать выйти. Так, Эль Примычи между собой рубится. Тем временем, сколько мне осталось? Я уже не помню. Я стал вторым плюс 8. По-моему, мне осталось то ли 14, то ли 16, 18. Точно не помню. Давайте, ладно, всех будем отгонять отсюда. Эль Приму тоже нельзя дать пройти ко мне, потому что начнет поджимать, все будет ГГ. Так, давайте покоцаем, не даем ему хилиться. Надо прогонять его отсюда. Прогоняем Эль Прима, он сейчас тут будет байтить, по-любому где-то спрятался, да. Теперь он будет в этом кусте байтить меня, якобы тут-то нету меня. Я нету, блин, что я говорю? Меня нету, я не тут-то. А вот теперь я тут-то, и я готов тебя бить. Ну окей, давай посмотрим. Под себя, под себя, все под себя. Лови. Блин, жалко. Давайте, все, надо выкуривать, не дать. Не дать подхилиться. Отлично, там еще и Дэрил есть. Все, Дэрил сейчас его схавает. И я вам еще помогу немного. Все, отлично. Вот так вот забайтили. Теперь давайте поможем с Розой Динамайку, чтобы Роза не хилилась. Ему сейчас тяжелее будет мансовать, потому что мы еще вот так вот сделаем. И вот так вот. Отлично. И теперь помогите, ребята. Помогите, пожалуйста. Сейчас меня будут фигачить. Все, давайте, я готов даже третьим стать, но потому что я уже задолбался немного играть. Погнали. Он в любом случае будет выходить на меня, так что давайте его отгоним. Ай-яй-яй, сори, 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 чувак, сори, сори, сори. Я же говорил, сори, зачем ты так делаешь? Ну ладно, я помогу Динамайку, и ты умрешь следующий. Окей, нормально, плюс 6 тоже пойдет. Теперь, что у нас по кубкам? Нам нужно хотя бы стать первым или вторым. Это, конечно, жесткий вызов, потому что осталась одна каточка, и как раз будет, смотрите, ребята, 7999. Просто одна победка нужна. Давайте сделаем ее по красоте и начнем это открытие, потому что ролик уже реально очень длинный. Очень длинный, но сами видите, путь нелегкий, никакого монтажа. И тоже обещание, то что я буду играть супер агрессивно, потому что по-другому я не могу. Но вот признаюсь честно, давай, Дина. Ну блин, ну зачем ты такой? Ну зачем ты такой, Бека? О, Биби на меня!
Ну, конечно, на кого она еще пойдет? Боже, ни на Динамека, ни на какую-нибудь Шелли. Она пойдет за мной. Это пакость, это пакость. Вот этот закон всегда он работает. Когда остается одна катка, какая-то херь произойдет. Боже, как она вышла. Ой, еще и достала, блин. Она, казалось бы, без скорости бегает, но куда быстрее, чем я. И Динамайк тоже начал сразу агриться. Я бы мог его раскачать, если бы Биби за мной не побежала, потому что я мантил от него там оставалось. Его покоцать немного, чтобы он начал уже отступать, и тогда я бы его догнал своими минками. А, кстати, а где Фрэнк? Он спит, что ли? Только не говорит, что он просто в кусту стоит. Ой, блин, как же обидно это. Почему всегда так происходит? Вот сколько раз, кем бы я ни апался, вам расскажу, если вы не верите в этот закон. Был, по-моему... Ой, ты что делаешь, чувак? Иди нафиг отсюда. Ой, Кольт, успокойся. Ай, блин. Че за фигня? Откуда он вообще берется? Просто жесть, я заболтался. 16 кубков, блин. Ну, на самом деле, я не задолбался, ребят. Просто вот так какой-нибудь урод выйдет, и все, уже ничего не сделаешь. Если так быстро подпустишь, к себе близко. О, блин. Так, Динамайк, еще и Мортис. Это нормальный подбор, да? Давайте, ладно. Еще он за мной идет, нет? Че, Динамайк, щемишься, да? Ну, удачи тебе. Ладно, давайте будем избегать этого Мортиса, потому что пока это опасная тема. Реально, не хочу я опять проигрывать, вылетать. Давайте чекать все кусты. Был на дворе, ребята, 17-й, то ли... О, идет за мной. Ну, конечно, что ему делать, этому аутисту, который сейчас еще люлей получит. Вот теперь ты побегаешь. Блин, как же они задолбали. Они просто рашат, как сумасшедшие. Я был вообще в другом конце карты, и он еще и люлей получил. Мансить вообще не умеет. Вот, Биби, давай, Биби, я тебе за твою сестренку, которая в прошлом бою мне обломала всю малину. Сейчас я тебе отомщу. Как тебе подарочек такой, Биби? Понравился? И, в общем, ребята, был на дворе 17-18 год, я точно не вспомню. В общем, очень тяжело было апать Мортиса. Тогда Мортиса в России на 500 практически вообще не было. Ну, их были вообще единицы. Ну, и прикол в том, что тогда кидала каждую катку против топов. В общем, мучились, очень мучились. Но нашли способ апнуть Мортиса, и вы не поверите. Вот последняя катка у меня просто залагала, пропала 3G, и все на этом. И я вылетел. И я потом фиг знает сколько возвращал. Ой, там Кроу коцаный. Я потом фиг знает сколько всю эту тему возвращал. Но, короче, вот этот закон, он работает еще с 17-18 года. Это реально какая-то дичь. 6 кубков, то есть хотя бы третьим. Надо все собраться. Это потому что я 8К взял уже там. Я видел, что сейчас 10 кубков прилетело. Все, осталось одну просто аккуратненькую победу сделать, войти в топ-3, и все на этом. Закончим с Тиком и будем выбирать следующего персонажа. Не, Кроу, ты че? Ты же будешь крысить меня, нафиг ты мне нужен? Ой, там еще и Пайпер. Давайте, пока он там занят, давайте тут накидаем. Ой, здорово, чувак. Пайпер, давай тимиться. Давай вместе с тобой раскидаем всех. Я не буду тебя бить. На, вот эту тебе забери. Я тебе ее даже подарю. Давай, забирай. Надеюсь, она не крыса. Ну, мы с ней реально можем дать жару, потому что они тогда поджимать не смогут. Они тогда поджимать не смогут. И я буду через теньки закидывать. Найс. Ой, бык. Так, давайте Пайпер поможем. Давайте я сейчас буду с турелькой предельно аккуратен. Пу-пу-пу-пу. Ладно, давайте Мишку заберем. Все, одна тыка. Теперь погнали. Теперь Нита сейчас хапанет. Только главное не подставляться. Давай я сзади пойду, а ты впереди будь. Потому что ты умеешь стрелять, а я умею кидаться. Все, отлично. Ой, бык. Бык, урод. Бежит, бежит, бежит. Бежит бычок, бычок. Тимится. Крутится. Крутится, вертится. Ладно, забирай все. Мне, в принципе, второе место и пойдет на этом. Только меня не крысь, пожалуйста.
Потому что я тебе тут очень много помогаю. Я, по сути, мог тебя через стенку поджать и просто зафигачить. Но я тебе помогаю, так что давай будем с тобой предельно откровенны. Будем честны с тобой. И все-таки мы друг другу нужны здесь. Аккуратно, улетай. Улетай, я тебя прикрою. Вот здесь пошла жаришка. Давай, тыкай ему. Все, осталось два. Типочка, я тебя не убиваю, чувак. Мне это не нужно. Мне нужно просто второе место. Второе или хотя бы третье. Так, быка убиваем. Все. Третье место есть. Теперь остался кольтяр. Давайте кольтяр. Ой, батарейка. Это вовремя. Все. В принципе, я тут уже ничего делать не буду. Можешь убить меня. Мне, по сути, пофиг. Я уже ничего делать не буду. Убиваем. Ну, либо давай я в дым уйду. Но это был достойный напарник. Все-таки раскачали с ним всех. Это была очень потная каточка. И давайте теперь приступим к экстренному открытию. Ну, очень надеюсь, что мне что-нибудь выпадет. Давайте мы... Вот она, красота. Поинты полетели. Давайте глянем, сколько у бомжа уже поинтов. 9600. Почти 10к. Это красотища. Кстати, здесь поинты. На кого, интересно, их будем скидывать? Давайте я кину их куда-то рандомно, чисто на уровень силы. А вы напишите. Так... Давайте сделаем вот так. А, помню про Джина что-то спрашивали. Может, Джина апнем, ребят? Все-таки это мой единственный мифик. Я думаю, это было бы интересно. Давайте тогда апнем Джина. Я поинты на него кину. Но если будете против, могу кого-то другого апнуть. Пайпер, Карл, Дина, Роза. Может быть, сейчас еще кого-нибудь найдем. Давайте сначала откроем все маленькие. Погнали. Ну давай. Подари какой-нибудь подарочек мне за такую хорошую игру. Так, на Джина неплохо падает. Походу сейчас все поинты на Джина скину, реально. Давайте после этого глянем. Перед мегабоксами я гляну, сколько у меня вероятность там леги, еще чего-нибудь. Шопинг, мегабокс. Продаю тут лего вообще. Лего Донне 004, это просто жесть. Ладно, давайте биг. Кимасики, это тоже неплохо, но окей, погнали. Давайте, интересно, если я в Джина вот так закину, то потом у меня сейчас он новый собьется. Так, на Джина скинули, давайте посмотрим. Бравлеры. Нет, новенький, все нормально. Давайте все на Джина скину, а вы там порешайте, если захотите, чтобы я апнул другого, то напишите, кого же именно. Биг. Спайк. Ну, спайк у меня уже прокачан, так что давайте теперь, где Джин? Джин. Вот Джин. Давайте на Джина скидываем. Мегабокс, ну давай. Ох, как давно я не открывал мегабоксики, так что погнали. Сто восемьдесят. Поинты. Спайк. Джин. Фрэнк. И... Не, нифига. На рикошета, но в принципе тоже неплохо. Рикошета могу прокачать, чтобы там роборубку играть, либо еще что-то. Давайте на Джина. Но у нас есть еще один мегабоксик. Именно тот мегабокс, который скоро превратится в нового персонажа. Так, тут 150. Джин. Все, вот он. Вот он, финальный мегабоксик. Давайте открываем его и на этом заканчиваю. Ну... Не, нифига, не зашло, ребята. Что-то какие-то отстойные мегабоксы пошли. Мог хотя бы мне что-нибудь другое дать. У меня еще... А, хотя у меня два мифика, две леги нету. А все остальное есть. И это аккаунт, ребята, без доната. В общем, как-то так, уже есть 8к. Давайте напишите обязательно, кого будем из них апать. И я обязательно это сделаю. А вы обязательно не забудьте поддержать бомжа. Поставьте лайк. Все-таки это единственное, что у него есть. Это ваша поддержка. В общем, всем удачи и всем пока.